Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Наш десант в ЛНР. Бригада рязанских врачей оперирует практически у линии фронта. Кукольный юбилей, когда архив может менять возраст. В Луганскую Народную Республику практически к самой передовой прибыл настоящий десант из Рязани. Правда, медицинский. Хирурги, анестезиологи, волонтеры-добровольцы. Сегодня они в арьергарде спасения человеческих жизней. Герман Гущин о тех, кто своих не бросает. Эта весна в Первомайске Луганской области одна из самых тревожных и радостных одновременно. Но именно ее жители ЛНР ждали долгих 8 лет. Раннее утро, но в городской больнице Первомайска все на ногах. Совсем рядом, в 11 километрах у Попасной, идут ожесточенные бои. Громыхает. А здесь прифронтовой госпиталь. Прибытие рязанских врачей – неоценимая помощь. С собой у наших все самое необходимое прямо сейчас. Гуманитарка, лекарства, оборудование. Это цифровой рентгенаппарат, который был подарен Российской Федерации. Подобного нет, у нас обычный, так скажем, старый рентгенаппарат. А это чем отличается? Качество. Качество картинки. Изображение, качество диагностики. Вот, намного выше, чем у старых аналоговых аппаратов. Это цифровые аппараты, которые имеют, так сказать, есть аналоговые носители информации, есть цифровые. То есть, соответственно, есть возможность передачи данных. Несколько часов на отдых и снова в бой. У хирургов здесь своя линия фронта. Ставка выше некуда. Жизнь человека. В приемном отделении оживление. Поступают первые раненые со штурма города Попасная. Тяжелых практически нет. Впрочем, даже легким 300-м нужна оперативная помощь. Вытащить осколки, пули, зашить рану. У рязанских врачей первая смена. Наших в Первомайске целая бригада. Анестезиологи, хирурги, есть даже добровольцы-волонтеры. Говорят, приехали за неоценимым опытом. Студент 6-го курса Рязанского медицинского университета Антон Савельев профессию выбрал еще в школе. Здесь, недалеко от линии фронта, говорит, только утвердился в своем решении. Я не видел для себя просто никакой больше альтернативы, когда заканчивал школу, подавал документы только в один вуз, в Рязанский медицинский, на один факультет, на лечебный. Родители не врачи, но вот как-то так получилось. Оперировать самому Антону Савельеву еще не приходилось, но как ассистента его привлекали уже не раз. Например, Антон помогал Александру Копейкину, доценту Рязанского медицинского университета, но здесь, в Первомайске, ведущему хирургу-травматологу. Решение о приезде сюда созрело практически сразу после того, как была объявлена спецоперация. Это наш гражданский долг, долг каждого врача, оказывать помощь людям. В какой бы точке земного шара это необходимо было сделать. Тем более нашим соотечественникам. Чтобы приехать сюда, рязанцам пришлось взять отпуск за свой счет. Как того требует гражданский долг. Сначала врачи рассчитывали работать в Луганской больнице. Но потом приняли решение ехать на передовую. Помощь будем оказывать всем. Гражданским и военным. Понятно, что у военных это преобладает минно-взрывная травма. Гуманитарная помощь поступает регулярно. По оснащению, могу сразу сказать, здесь неплохо, хорошо, скажем так. Понятно, что расход идет сейчас очень высокий, но точно все необходимое есть. Помимо, собственно, бойцов с передовой, наша бригада медицинскую помощь оказывает и мирному населению. Пострадавших хватает. И военные, и гражданские для рязанских врачей в первую очередь пациенты. Без приоритетов и очередности. Потому что русские на войне своих не бросают. Герман Гущин при содействии телевидения «Луганск-24». 7 апреля православный мир отмечает один из главных христианских праздников – Благовещение. Праздник радостный, хотя и совпадает с великим, самым строгим постом. А его традиция в следующем сюжете. То событие, которое именуется Благовещением, означает зачатие Иисуса Христа. Так начинается евангельская история. Впереди Рождество, бегство в Египет, искушение в пустыне, исцеление одержимых, Тайная вечеря и арест, распятие и воскресение. Благовещение Пресвятой Богородицы посвящено явлению ангела Гавриила, Божией Матери будущей, и возвещению им благой вести, благой – это значит доброй вести, о рождении Христа Спасителя.
Спасителя, которого долгое время человечество ожидало. Первые изображения сцены Благовещения на картинах и иконах относятся к V веку. Это излюбленный сюжет средневекового и ренессансного искусства. В Рязанском художественном музее хранится образец иконописи 15 века с изображением сюжета. Перед вами икона, которая является, пожалуй, самой древней в нашей коллекции. Икона написана мастерами Московской школы. Как это легко определить? Дело в том, что как раз в начале 16-го, в конце 15 века в иконах Московской школы удлиняются пропорции, они становятся более изящными, линия становится все более и более плавной. Мы еще не можем сказать, что она рафинированная, да, совсем, но вот эта особая лиричность образов, особенная успокоенность их, вовлечение созерцающего во внутреннее пространство иконы. В народе с праздником Благовещения связаны свои приметы и обычаи. Мудрость гласит, что в этот день девка косу не плетет, а птица гнезда не вьет. Есть связанная с праздником красивая традиция – выпускать птиц в этот день. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Незаконных мусорных свалок в регионе достаточно. С одними борются местные жители, при этом своими силами, вооружившись пакетами и граблями, с другими – правоохранители. Чаще работают связки, особенно когда площадка такая появляется в национальном парке. Мещерский национальный парк открыли еще в 92-м году. 105 гектаров лугов, полей, лесных массивов и мусора. Такой полигон решили организовать в селе Колычево Клепиковского района. Только не оборудовали подобающе. А село это – часть нацпарка. Вот и получается, что мусор свозили на заповедную территорию. Вопрос решили сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. При этом полномочия по оборудованию данной площадки возложены на администрацию района. Администрация района эти полномочия не реализовывала, считая, что они должны быть реализованы национальным парком. Справедливость решили восстановить через суд. Он природоохранного прокурора поддержал в полном объеме. Прокуратура обратилась в Клепиковский районный суд, которым на администрацию муниципального образования Клепиковский муниципальный район возложена была обязанность оборудовать площадку накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства в селе Колычево Клепиковского района Рязанской области. Мусор в нацпарке Мещера складировать будут по-прежнему, только в этот раз на оборудованном полигоне, а его создание проконтролируют в региональной природоохранной прокуратуре. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанскому кукольному театру 95. Еще недавно считалось, что он моложе, возраст предпенсионный 55, но архивисты и историки нашли новые данные, и поэтому театр неожиданно повзрослел до почти векового возраста. Что и отпраздновали с присущему театру флером волшебства и веселья. Внезапное постарение – так называют сегодняшний праздник многие гости. Что скрывается за этой фразой, разберемся прямо сейчас. Интригу зрителям раскрыл театральный домовой Кутеря. Он, как любой дух-хранитель, прекрасно помнит первый спектакль сестер Знаменских – Милица и Аделаида. Это они – первые сказочницы города. Рязанский историк Александр Никитин нашел информацию в архивах Рязанской области о деятельности Рязанского театра кукол. Очень большое количество исторических архивных материалов. Это и рецензии в газетах, большое количество материалов, публикаций о том, сколько спектаклей, какие это были спектакли, какое количество зрителей. Вот так и вышло, что 6 апреля 2022 года театр весело и ярко празднует свои 95. Под музыку и танцы. С легким налетом светлой печали в память о тех, кого уже нет. Но кто навсегда вписал свои имена в историю театра. Кстати, здание, в котором располагается современный Рязанский театр кукол, тоже празднует свой юбилей в этом году – 40 лет. В 1982 году это помещение появилось не без участия Надежды Чумаковой, которая тогда была главой города. Тогда заветный ключик от сказочного дома получал Валерий Шацкий, теперь уже легендарный худрук театра. 40 лет зданию исполнится 4 сентября. С этим событием мы еще поздравим волшебников, живущих здесь. А пока с солидным юбилеем. Поздравления
впечатления от гостей, друзей, взрослых, которые до сих пор любят сказку. Самый лучший театр, самые лучшие постановки. Я никогда не пропускаю премьеры и их фестивали. Это супер. Я не знаю, что тут какая-то особая атмосфера. Молодцы. И вы знаете, я совсем недавно был на спектакле на одном в кукольном театре. И скажу, что у театра кукол потрясающая команда актеров, потрясающая команда режиссеров, потрясающая команда руководителей. С днем рождения! Мы знаем, насколько театр кукол успешен. Мы знаем, какие классные фестивали проходят в его стенах. Мы знаем, что театр стал обладателем золотой маски. И те спектакли, которые делают актеры, постановщики, художники, бутафоры этого театра, всегда оставляют яркий след в душе. Театр кукол, он навсегда, он на века. И даже когда будет театру 200 лет, 100 лет, то все равно он всегда будет молод душой, всегда он будет задорный, всегда он будет яркий. Я хочу поздравить наш прекрасный кукольный театр с такой датой. Действительно, он очень молодой, потому что цифры, они, в общем-то, ничего не значат. Эти цифры созданы для того, чтобы был повод собраться и отпраздновать, а в душе действительно мы очень молодые, современные, яркие и готовы удивлять. Дорогие кукольники, дорогие волшебники, я с большой радостью поздравляю вас с днем рождения. Моя сказка здесь живет уже год. У нее сменился состав актерский. Что умеет делать театр кукол, это создавать истории, которые одинаково интересны и родителям, и детям. 95 – цифра, скрывающая многое. Известные на весь мир фестивали, гастроли, международные проекты, золотая маска. Впереди еще столько всего. Огромная дорога с массой новых сказочных историй. Еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго!